Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Эти правила нигде не прописаны, но интуитивно их соблюдает большинство владельцев лающих. В этом выпуске мы расскажем вам о негласных правилах этикета собачников. Выходя на улицу погулять со своим питомцем, важно не забывать о правилах собачьего этикета. Их соблюдение гарантирует комфортный выгул не только вашей собаке, но и питомцам других владельцев, оказавшихся с вами в одно время на улице. Что можно делать во время выгула, а что нельзя? Ни в коем случае. Итак, давайте рассмотрим основные негласные правила этикета собачников. Правило номер один. В общественном месте всегда гуляйте с собакой на поводке. Во-первых, выгул собак без поводка в неположенных местах влечет за собой административную ответственность. Во-вторых, собака на свободном выгуле может принести дискомфорт другим лающим и их владельцам. Будьте вежливы и осторожны. Правило номер два. На прогулке смотрите за своим питомцем. Не давайте ему подбирать что-то непонятное с земли. Следите за тем, чтобы он всегда был рядом с вами. Если ваша собака хочет пообщаться с другой собакой, обязательно спросите у владельца разрешение на такое знакомство. Также без разрешения не давайте лакомство чужой собаке и не гладьте ее. Правило номер три. Убирайте за своей собакой. Причем это правило касается не только испражнений питомца. Если ваша собака вырыла глубокую яму или сломала ограждение, вы должны любым доступным вам способом навести прежний порядок. Не делайте замечаний другим собачникам. Правило номер четыре. Уважайте личное пространство и право на собственные решения других людей. Если вам не нравится поведение другой собаки, не высказывайте претензии ее владельцу. Просто постарайтесь уйти со своим питомцем от нее подальше. Правило номер пять. Старайтесь предотвращать конфликты между вашей собакой и другими животными. Так, к примеру, не стоит водить вашу собаку в места массового скопления лающих, если у нее течка. Также не стоит давать собаке игрушку в присутствии других лающих. Драки из-за игрушки на собачьих площадках – частое дело. Теперь вы знаете негласные правила этикета собачников, а значит, сможете прослыть самым вежливым и тактичным владельцем лающего друга. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!